Как известно, интеллектуальная собственность в состоянии приносить прибыль ее владельцам, только если она обеспечена специальной правовой охраной со стороны государства. Настоящим вызовом в этой области стало развитие цифровых технологий, которые делают возможным бесплатное копирование, распространение и передачу информации. Предотвратить преступления, связанные с нарушением авторских и смежных прав, задача Всемирной организации интеллектуальной собственности. На протяжении нескольких лет они организуют летние школы по всему миру, давая возможность студентам получить необходимые знания в этой непростой сфере. Мы очень благодарны Казанскому федеральному университету за содействие в организации данного мероприятия. Это единственная летняя школа, которая организуется на русском языке, и единственная летняя школа, которая уже на протяжении многих лет проводится в Российской Федерации неизменно. В течение 2 недель слушателям прочтут лекции известные российские и иностранные специалисты в области интеллектуальной собственности. Программа также включает деловые игры, мастер-классы и групповые дискуссии. Здесь ребята будут изучать тенденции развития законодательства по интеллектуальной собственности. Это и связано с патентом, и с товарными знаками, и с авторским правом, и с смежными правами. И, конечно, система защиты, система охраны интеллектуальной собственности. Стоит отметить, что знания о законодательных аспектах интеллектуальной собственности будут полезны не только юристам, но и техническим специалистам. Эту мысль подчеркнул директор инженерного института КФУ Наиль Кашапов. Если мы у себя в инженерном институте имеем магистратуру интеллектуальной собственности, если бы мы могли параллельно, допустим, платное второе образование давать юридических специалистов, то мы включали бы тех специалистов, которые на мировом уровне были бы, конечно, очень сильно востребованы. Диана Вакян, Роман Самарин, Универньюз. We'll be right back.